Сергей Кужегедович, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги и товарищи. Товарищ Верховный Главнокомандующий, на первом государственном испытательном космодроме Министерства обороны по его расчету Национального центра управления обороны Российской Федерации к обеспечению вашей работы по руководству пуском готов. Прошите командующим воздушно-космическими войсками доложить о готовности к пуску. Докладывайте. Разрешите провести пуск в установленное время и приступить к ведению репортажа. Разрешаю. Я бачу его! Уважаемый Сергей Кужегедович, со своей стороны тоже поздравляю вас с успешным пуском. Вы подошли к выполнению поставленной перед вами задачи со всей ответственностью. Спасибо.